Народные гуляния в честь Дня химика стали доброй традицией для сотрудников компании «Уралкалий». Участие в них принимают многие жители из Березняков и Соликамска. «Химфест-2018» в этом году вновь соберет всех вместе на Советской площади в Березняках. По традиции откроют праздник байкеры в 12 часов дня. Начиная с этого времени для всех гостей праздника будут работать различные площадки. Интересно будет всем от мала до велика. Кроме того, на протяжении всего дня на главной сцене будет идти концерт программа. Выступления артистов, песни и танцы до самой ночи. Специальными гостями «Химфеста» стала группа «Звери», выступление которых запланировано на 7 часов вечера. Приезжайте на «Химфест», и суббота 26 мая запомнится вам надолго.